Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Прикручиваю ТРД. Сегодня будем испытывать форсажную камеру. Очень надеюсь, что она будет включаться и не придется приспосабливать какие-то дополнительные устройства для поджига. Также надеюсь, что она будет стабильно работать. Эта вещь такая же непростая, как и сам ТРД. Но все-таки надеюсь, что удача будет сегодня на нашей стороне, ребята. Готово. Все подключил, все облагородил. Запитывается от одной батарейки. Не то, что раньше. Остается ее только здесь присоединить, и все будет работать. Здесь два насоса, два соленоида. Все зажглось. Есть чем запускать двигатель. Ну, а это пульт управления форсажной камерой. Нажимаю на кнопку, открывается соленоид, и автоматом запускается насос. Шестеренчатый. Видно, происходит какое-то движение. Оставил два входа для топлива. Для двигателя нужна смесь с 5% масла. Для форсажной камеры можно хоть соляру использовать. В принципе, там без проблем. Мне уже, если честно, очень не терпится. Жду, пока рассосутся все соседи, чтобы не шокировать их. Периодически приходится выжидать, ребята. То есть, в принципе, соседи не знают, что здесь происходит. Кстати, подачу топлива в форсажную камеру можно регулировать. Здесь есть шим. Регулятор. Ну, поставил на середину, попробуем. Огнетушитель наготове, так что понеслась. Открываю ворота. Для начала стартанем, прокалим. Посмотрим, как она будет нагреваться. Сильно, не сильно. Итак, поехали. Все, процесс пошел. Все зажглось, все заработало. Ждем, когда выйдет на холостой режим. Пошел дымок, выгорает лишнее масло, все выгорает. Так, что-то потухло, ребят, все. Пробуем еще разочек. Сейчас остудим и попробуем. Запуск номер два. Надеюсь, в этот раз все гладко пройдет. Все разгорится, как положено. Не хочет прокачиваться керосин, насос не дает давления, такое ощущение. Это очень печально. Было пару вспышек, не более того. Но эта проблема должна решиться. Слегка подзапустилась, ребят, по-моему, да? Не, ну уже что-то. Только турбина потухла. Помпаж, не помпаж, что-то произошло. Ну уже какие-то полурезультаты, хоть зажглось оно. Конечно, звук жестокий был. Пробуем еще разочек. Нет устойчивого горения. Честно говоря, не знаю даже, что делать. Надо как-то экспериментировать, как-то побеждать ситуацию. Нужно забирать на модернизацию. На хирургический стол, так сказать. Ну, судя по внешнему виду, лопатки вроде бы не сгорели. Все нормально. Посмотрим, что у нас здесь. В принципе, все нормально, ничего не подгорело. Возможно, стабилизаторы вот эти великоваты пламени. Может быть, как-то надо усовершенствовать форсуночки. Может быть, их ближе к стенкам сделать. Немного видоизменил форсунки. Облагородил немножко стабилизаторы. Теперь все прикручиваем обратно и пробуем еще раз. Запускаем. Посмотрим, может быть, удачно все. Искренне надеюсь на это. Thank you.
пахануло нормально, зажглось, похоже. Да. Очень жесткая тема, ребят. Ну, такое ощущение, что более живенько как-то оно стало работать. Ладно, пробуем еще раз. Такое ощущение, что инжектор вот этот мой не работает. Я на него возлагал надежды, что он будет охлаждать, но он просто не работает, вырывается пламя. Никак не хочет. Похоже, это неудачный проект какой-то, ребята. Надо думать, либо переделывать, либо делать что-то новое. Мне кажется, больше объем внутри должен быть. Слишком большая скорость тушит пламя. Видите, помпаж происходит, и все глохнет. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки думаю сдаваться рано. Еще раз проточил и прочистил форсунки. Пару было забитых, потому что внутри всякое накалено. Флюс мог остаться. В общем, будем пробовать. Ребята, еще раз, сдаваться рано. До замера тяги, конечно, не дойдет, скорее всего, к сожалению. Ну, хотя бы что-то изобразить. Может быть, ребята, надо просто уметь запускать. В общем, сейчас еще будем пробовать. Уже замучил бедную турбину сегодня. Сейчас пойдет пламя, я понемногу буду добавлять топливо. На этом, думаю, все, можно заканчивать. Ну, очень много попыток я сделал. И как вы смогли заметить, все неудачные. Так она и не разгорелась по-нормальному, эта форсажная камера. Неправильно я ее сделал. Короче, нужно учить матчасть. Видно, даже сопло вот это, оно покоробилось. Какое-то оно квадратное стало. Ну, вы видели, до каких температур оно раскалялось здесь. Мне удалось зажигать ее именно вот там, где надо. Но пламя, как вы заметили, было нестабильное. Форсажная камера оказалась нежизнеспособная. Я здесь допустил ряд ошибок. Во-первых, желание мое, чтобы был здесь инжектор, скорее всего, ошибочное, потому что давлением продавливает через эту щель обратно газы, и они вот здесь вырываются, все это загорается, и была большая вероятность вообще потерять ТРД. Вот здесь снизу, видите, немножечко поджарился он. Чего бы мне очень и очень не хотелось бы. Также она не хочет никак разгораться, но это, возможно, решается системой поджига. Но горит она нестабильно. Происходит помпаж и глохнет ТРД, что очень и очень неприятно, друзья. В общем, как вы сами понимаете, пациент скорее мертв, чем жив. В общем, ребята, надо учить матчасть. И в следующий раз, возможно, сделаю более жизнеспособную вещь. Очень хочется на это надеяться.
В принципе, материалы для этого есть. Добиться, чтобы выдерживала высокую температуру, получилось. Осталось сделать удачную концепцию. Не знаю, когда я в следующий раз решусь на такие дела, но это обязательно будет. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!